Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами находимся в магазине Fix Price, это город Ульяновск. Посмотрите, какие классные скалки есть в наличии. Они изготовлены из натурального дерева, длина 36 сантиметров. Подходят для украшения сахарной мастики и для обычной полимерной глины. Приятно на ощупь и безопасно для приготовления пищи. Стоимость 199 рублей. Следующая новиночка. В продаже есть вот такие разъемные формы с замком в клеточку. Диаметр 25 сантиметров, объем 1,3 литра. В составе углеродистая сталь, производитель Kitchen Китай. Стоимость 299 рублей. Еще одна новинка. Это ковш алюминиевый с антипригарным покрытием. 14 сантиметров его диаметр. Коллекция называется «Семейная». Изготовитель Россия. Стоимость 249 рублей. В новинках также новая коллекция аксессуаров для кухни от фирмы Kitchen. Лопатка 37 сантиметров, в составе нейлон, нержавеющая сталь и полипропилен. Так вот выглядит. Есть еще половник и венчик. Цена 59 рублей. А это стеклянная бутылка для масла. Она с полипропиленовой крышкой и ручкой. Объем 600 мл, цена 149 рублей. А это мельница для специй. Она тоже стеклянная, с крышкой из нержавеющей стали. Цена 149 рублей. А это набор формочек для рождественского печенья от торговой марки Kitchen. В упаковочке их 6 штук, имеется инструкция. Все указано на упаковочке. Стоимость 99 рублей. Следующая новинка – это подставка-подложка от торговой марки Kitchen. Изготовленная из нержавеющей стали, подойдет для любого интерьера кухни. Цена 149 рублей. Корзинки для хлеба здесь в ассортименте есть и квадратные, и овальные. Стоимость 149 рублей. В наличии есть очень красивые стеклянные масленки с крышкой. Размер 16,5 на 12,5 на 9 сантиметров. Цена 149 рублей. А это кувшин для напитков торговой марки Паша Бахче. Называется Луна. Объем 1750 мл. Цена 299 рублей. Вы только посмотрите, какая красота. Очень красивое блюдо. Овальное. Размером 23 на 30 сантиметров. В составе опаловое стекло. Цена 299 рублей. А есть еще вот такой салатник, но написано, что это тарелка глубокая, диаметром 17 сантиметров, тоже из опалового стекла, с декором, цена 99 рублей. А еще в продаже есть салфетницы из нержавеющей стали торговой марки Kitchen, стоимость 49,50. Очень симпатичные есть минажницы на 4 отделения, они стеклянные, диаметром 18,5 сантиметров, цена по карте 85 рублей. А еще есть вот такие красивые стеклянные тарелочки для сервировки. 16 сантиметров диаметр. Производитель Нижегородская область, город Бор. Цена 39,50. Салатник стеклянный, объемом 600 мл. С бабочками. Очень красивый декор. Производитель Китай. Есть еще со снежинками. Цена 79. Еще одна новинка. Это заварочный чайник из жаропрочного боросиликатного стекла с фильтром из нержавеющей стали. Объем этого чайника 740 мл, выдерживает температуру от минус 20 до плюс 200 градусов. Цена 249 рублей. Посмотрите-ка, что я здесь увидела. В наличии есть кружки питьевые, алюминиевые. Объем пол-литра. Производитель завод Демидовский, Россия. Цена 79 рублей. А еще есть вот такие классные огромные салатники. Прям очень красивые, расписные. Симпатичный декор. Объем этого салатника 1,5 литра, в составе фаянс, стоимость 249 рублей. И в ассортименте по декору есть красивые пиалы. Есть они объемом 550 мл и 600 мл, стоимость 99 рублей. Смотрите, какие маленькие наборы для уборки. Это совочек и щетка. В составе полипропилен, изготовитель Китай. Стоит такой набор 59 рублей. В магазине Fix Price появились комплекты махровых полотенец с дизайном оливки. В комплекте два полотенца размером 30 на 60 сантиметров. В составе 100% хлопок, производитель Узбекистан. Очень красивые и классные по качеству полотенца, стоимость 199 рублей. Также здесь есть в ассортименте корзины для мелочей, складная. Размер 35 на 42 сантиметра. Здесь они в ассортименте по цвету, но и дизайн, наверное, тоже есть разные. Стоимость 199.
А еще есть складные коробки. Смотрите, у нее здесь имеется тиснение в виде кролика. Размер коробки 28 на 28 на 25 сантиметров. Цвет в наличии в ассортименте есть красный, синий, коричневый и зеленый. Цена 149 рублей. Мочалка из нейлона, круглая, в виде шара. По цене 47 рублей по карте. Без карты 55. В магазине Fix Price есть крем для доения. Называется Милка. 250 мл. Это дой-пакет. Стоимость 59 рублей. В продаже появился новый шампунь, называется Тюн, для глубокого увлажнения, для ломких и поврежденных волос. Естественный блеск и увлажнение. 500 мл, изготовитель Московская область, город Ступино. Есть еще второй вариант, точно такой же шампунь с кератином. Для блеска и яркости волос, укрепляет структуру волос, делает волосы шелковистыми. Цена 99. Следующая новинка – это детский шампунь-гель «Ягодная сказка. Кошечки-собачки» от торговой марки «Парли Косметик». 300 мл объем, производитель России, Республика Татарстан. На выбор есть два варианта по дизайну. Шампунь без слез. Цена 99. От торговой марки «Флорисан» есть еще омолаживающий крем для рук и тела с оливковым маслом и пептидами шелка. Глубоко увлажняет и питает, цена 85. В продаже есть сыворотка антистресс для лица и кожи вокруг глаз. Она с витамином С, видимый эффект омоложения и сияния. 30 мл объем. Также есть еще второй вариант. Это сыворотка мультивитамин с ретинолом. Объем такой же, стоимость 99 рублей. Увидела здесь новое средство для мытья посуды. Это гель с ароматом сочные ягоды. Очищает посуду от любых загрязнений и стойкого жира. Легко смывается даже в холодной воде. Не сушит кожу рук. Объем 500 мл. Изготовитель Республика Татарстан, город Казань. Стоимость 79 рублей. А еще есть новый гель для стирки универсальной торговой марки «Вистар». Он безфосфатный, подходит для всех видов ткани, объем 2 литра, цена по карте 212 рублей. В магазине Fix Price есть вот такие конфеты, называются Toffee Mix. Это карамель, мягкая, жевательная, неглазированная, с желейными начинками фруктовых ароматов. Производитель город Астрахань, масса здесь 250 грамм, пакетик небольшой, цена 59. А еще есть конфеты кафечино со вкусом тирамису. 280 грамм в этом пакете. Конфеты глазированные кондитерской глазурью с помадным корпусом. Изготовитель Тюменская область, город Ишим. А цена 79. В ассортименте есть десерты Чокопай в упаковочке 6 штук. Масса всего 160 грамм. Цена по карте 69 рублей. Без карты 79 рублей. А еще есть конфеты глазированные со вкусом кокос и малина. В упаковочке здесь 200 грамм. Изготовитель Тюменская область, город Ишим. Цена по карте 64, без карты 79. Каша гречневая с говяжьим фаршем, сельская. Продается в металлической банке. Изготовитель Ленинградская область. 338 грамм здесь. Стоимость 59. Килька черноморская, неразделанная, в томатном соусе. Масса 240 грамм. Изготовитель Республика Крым, город Симферополь. Стоимость 33 рубля. Индейка тушеная, в желе, стерилизованная, торговая марка Руском. 290 грамм. Изготовитель Московская область, город Лыткарино. Цена 79 рублей. Чай черный, Брук Бонд, в упаковочке 100 пакетиков, стоимость 149 рублей. Кофе Жокей, арабика, оригинальный, крепкий, насыщенный вкус, 95 грамм, цена 149 рублей.